Здравствуйте, туристы-милитаристы. Смотрим на замечательную, яркую, зеркальную клипсу Бистек Пингвин и понимаем, что, конечно, это все на любителя. Глубокая посадка, очень глубокая посадка ножа в карман. Это, конечно же, плюс. Но действительно, вот момент полностью блестящий такой вот зеркальной клипсы, это на любителя реально. И, конечно же, ну мне, по крайней мере, замечательный мой товарищ Саша Соловьев предложил решение в свое время, уже довольно давно. Он объяснил, как он колхозным способом стоунвошит клипсы. Он просто берет, я в очередной раз повторюсь, он просто берет полутора или двухлитровую пустую бутылку, насыпает туда просто керамзита, бросает туда клипсу, открученную от рукояти, и какое-то время медитирует методически. Я думаю, что Боб Марли лучше всего для этого подойдет. Совершенно спокойно вот это вот все встряхивает, так меланхолично. Через какое-то время мы получаем матовую, отстоунвошенную, совершенно незаметную клипсу. То есть клипса сама по себе, форма, у меня к форме никаких претензий нет, она прикольная, но я просто не любитель зеркал. Вот, ну реально, я не любитель в принципе. Итак, всегда интересно начать. Клипса у нас, кстати говоря, однопозиционная, под правую руку в режиме тип-ап. И еще на распаковке, я не знал, какие ножи ко мне приедут, я обратил внимание в первую очередь именно на пингвина, он мне очень понравился. Почему? Потому что STR-24, потому что каджек, потому что даже в каком-то смысле крыса, в самом-самом отдаленном смысле, это все некие вариации неких канадцев в складном виде. То есть, по сути, я к канадцам, к фиксидам отношусь, ну, с определенной долей скепсиса. Почему? Потому что канадцы, конечно, для нас очень великолепно раскрыты золотым сечением, с этим никто не поспорит, и та же самая Лагерта, предположим. То есть, канадцы очень классные резаки, канадцы невероятно круты на кухне. Как multi-purpose knife где-то в лесу, я всегда предпочту некий наш русско-скандинавский дизайн. Почему? Потому что при строгании вы хоть что сделаете, канадец у вас все равно будет крутить в руках, вы просто не сможете по-другому сделать. То есть, ну, единственное исключение, это тот же самый канадский Рассела номер 3 от золотого сечения. Почему? Потому что они там эту проблему убрали безупречной, невероятной заточкой клинка. Но если предположить, что этот нож после какого-то поюза у вас немножко станет менее острым, его начнет крутить в руках, по-любому. Вот. Совершенно другое дело складные ножи. Почему? Потому что, во-первых, по странному стечению обстоятельств, вот неким вот этим вот, что я здесь увидел канадского, совершенно понятно. Некая такая каплеобразная форма клинка, я понимаю, что это дроп-пойнт, но по сути некая вот такая каплеобразность и самое главное изогнутость рукояти таким образом, что вот рукоять и обух образуют вот ту самую птичку, летящую вдаль. В каких-то ножах это реализовано сильнее, в каких-то ножах это реализовано слабее, но факт в том, что подавляющее большинство этих ножей, и я уверен, что с пингвином будет то же самое, они резаки, они режут просто дьявольски круто, они невероятно удобные в плане какой-либо нарезки. И вот здесь загвоздка, почему? Потому что если фиксированного канадца всегда у вас в руках крутит, то за счет того, что в складном ноже вы никогда не сделаете такую узкую перемычку, как в Canadian Belt, потому что здесь все-таки осевой, здесь крутите, не крутите, тут лайнер, 5-10, здесь не получится сделать такую узкую перемычку, как Canadian Belt. Они еще и строгают, падлы, хорошо. По крайней мере, они строгают гораздо лучше, чем фиксы. Я имею в виду именно канадцев. Поехали. У этого ножа есть очень серьезный, на мой взгляд, недостаток. Даже я не могу сказать, что прям, вот я так сказал, очень серьезный недостаток, и понял, что я уж погорячился.
Но у этого ножа есть особенность, которая мне не очень нравится. Почему? Потому что здесь, посмотрите, есть вырез. На самом деле, я вот сразу начну с минусов, потому что это в любом случае, на мой взгляд, минус. Это то, что, посмотрите, лайнер у нас стоит в самом начале пяты клинка. Пята клинка достаточно сильно так скошена, она у нас прям, видите, так вот идет вниз. И все здорово, все отлично. То есть я понимаю, что при бистековском качестве это будет просто суперски. Но вот мне нужно прям реально впечатывать подушечку большого пальца вот в этот проем для того, чтобы сдвинуть лайнер. То есть лайнер вот таким вот движением, он не двигается. Здесь этого выреза мало, откровенно мне мало. То есть он очень прочно стоит на пятке. И я пару раз промахнувшись, я просто понимаю, что так. То есть в любом случае, когда вы со складным ножом работаете, и вам нужно на какой-то момент обращать дополнительное внимание, это так или иначе, такого не должно быть. Здесь приходится именно концентрироваться для того, чтобы лайнер вот так вот сдвинуть. Все, больше минусов нет. У этого ножа больше минусов нет. Одни только сплошные плюсы. 3 или 4 расцветки у нас есть G10 у этого ножа. Длина ножа 215 мм, длина клинка 92 мм, ширина клинка 28 мм, толщина по обуху 3,5 мм. При широком клинке, достаточно широком клинке и прямых спусках от обуха совершенно нормальный будет рез, без каких-либо там приколов, подколов и так далее. Так, смотрим. Сатинчик, а где Stonewash? Это вот это вот, где цифер, где D2, вот это вот участок от Stonewash'ный, и поэтому они написали, что Stonewash плюс сатин. Я обычно говорю в таком случае все-таки сатин. Сейчас, секунду, ляпки вытру. Вес ножа 140 грамм, немало, внушительный. При этом лайнеры у нас с вырезами. Не стали экономить. Сделали пару движений для того, чтобы. Сталька D2, 59-61 единица по шкале Rockwell, что не может не радовать, потому что при минимальном уважении к вашему инструменту, при минимальном каком-то нормальном отношении к ножу, то есть это именно поработал, протер, продул, не надо чистить, продул осевой, еще раз протер, D2 совершенно нормально у вас служит. Если вы где-то его консервируете, то есть редко открываете, боитесь, что потом как-то или какими-то вот именно влагой появятся веснушки, да просто ВД-шкой или обычным оливковым маслом протерли клинок, и все, и будет вам счастье. Лайнер лок G10 и подшипник. Наши, как говорится, верные друзья, то есть стандартный набор D2, G10, подшипник. И я считаю, что этот набор стандартный, потому что он очень рабочий, он очень классный. С учетом того, что это Bistec. А Bistec, как вы знаете, это не просто китайская компания. Это один из реальных фаворитов, это один из самых крупных игроков на рынке. И Bistec, он, скажем, в дорогом сегменте, как обычно для китайских компаний по нынешнему времени, у Bistec есть дорогой сегмент, есть дешевый сегмент ножей. При этом они не стали делать, как другие китайские компании, какую-то дочку с другим названием. Нет. То есть, если, например, VCVV или Kaiser Tangram и так далее, и так далее. Нет, Bistec и Bistec, все. Только Bistec. То есть мы понимаем, что есть Bistec, который идет там с М-кой или с 35-кой, там Титан, там прям супер какие-то дизайны, там 5-10, и стоимость этих ножей просто устремляется в космос. Есть Bistec бюджетный. Так вот, бюджетный Bistec совсем дешевым не назовешь. Но это абсолютно оправданно, на мой взгляд. Почему? Потому что это прикольные дизайны, потому что это имя Bistec, оно уже действительно, это реальное имя. Это просто охрененное качество изготовления. Это механика, это очень хорошее качество D2. То есть, сразу скажу, вот у меня прям есть желание Юрию Стрижову написать, буквально в ближайшее время я напишу по поводу К110 и D2, например. D2 прикольнее. Прикольнее, вот что не говори. И то, что сейчас Bistec начал делать в D2 и в К110, мне D2 все равно больше нравится. Вот как оно есть. Так вот, на Ламни этот нож стоит от 50 евро. Совершенно нормальная цена за такой нож. Абсолютно. То есть, то, что он не стоит 35, 40, а 50,
Здесь именно понимаешь, за что доплачиваешь. Первое, что мне по-настоящему нравится сразу с первого мгновения знакомства, это то, как выполнен плавник. Это именно то, о чем я талдычил всю дорогу. Понимаете? Когда недавно я про варан говорил, я вот именно это имел в виду. То есть у нас здесь совершенно удобное, при этом комфортное, мне не рвет палец это движение, совершенно удобное, комфортное. Здесь триггерный у нас плавник идет, и при раскрытом состоянии также в точности этот плавничок аккуратно уходит вперед. То есть плюс здесь за счет такой вот передольки недочойла аккуратно вы можете поставить указательный палец вот в это место и сделать какую-то мелкую работу. То есть здесь все реализовано просто супер. Плавник здесь полнейшая годнота. Прям, если вот так взять, прям патриотичные цвета, учитывая, что я гражданин Эстонии. Отверстие для темляка. Клипса, как я уже сказал, непереставляемая. Молоточный хват у этого ножа есть, он реально присутствует, немножко, может быть, будет подкручивать при строгании, хотя я уверен, ни хрена там не будет подкручивать, потому что здесь именно D2 бестековская, она совершенно нормально будет работать. И что-то заржал, вспомнил, что некоторые товарищи говорят бестеч, это неправильно, правильно бестек, учите матчасть. Вот, и молоточный хват здесь просто классный. Здесь очень здорово вот этот вот горбина упирается в ладонь. Я думаю, что при строгании, скорее всего, даже буду куда-то вот ближе сюда в плавник переносить руку, посмотрим. То есть попробуем и так, и вот таким вот образом построгать. В любом случае, очень здорово. Про диагональный хват, вот эти все полуканадцы, недоканадцы складные, это, в принципе, суперская тема в плане диагонального хвата, потому что здесь все отлично, здесь... все в тему. Хотите сделать какое-то движение именно вот таким вот образом? Здесь специально для вас есть выемка с довольно такой чувствительной, не жесткой, но чувствительной насечкой. И вот вам, пожалуйста, кухня. Палец здесь просто как на курорте. Совершенно спокойно взяли вот таким образом рукоять и погнали наших городских нарезать, не перенарезать. Все вот такие ножи, они просто суперские резаки. То есть если мы воспринимаем EDC именно как вскрыть, перерезать и жрачки порезать, вот эти вот дизайны, эти формы беспроигрышные абсолютно, ребят. То есть я в этом ноже, кухонный тест, это будет скукотень, скукотенечная, потому что я понимаю, я вижу будущее, я знаю, что он все сделает, все как надо. Ну, пускай будет. Вот вам обратный хват есть. Вот это вот резкий переход из выемки дальше на рукоять пока что не начал меня раздражать. То есть пока он не вызывает у меня каких-то ассоциаций. В принципе, рукоять вся такая жмаковая, очень приятная. Ее действительно очень прикольно так вот крутить в руках. Дальше интересное решение с фальш-лезвием. Красота по красоте. Высокие спуски. Бестек Knives. Как всегда острый, как всегда надежный. Забегая вперед, нет ананасов в магазинах. Не, ладно, хрен с ним, ананасы есть. Нет кокосов в магазинах. Кокосов нет в магазинах. Какое-то время, ребят, кокосинга не будет на уличных тестах. Почему? Потому что я не вижу причины откладывать там, ждать эти гребаные кокосы, но пока что нет, все. То есть я посмотрю, может, я какую-то альтернативу придумаю, начну сверлить грецкие орехи, но кокос пока что у нас, я так даже удивился, потому что обычно его просто как грязи. Сейчас пока нет. Все, больше добавить нечего. Замечательная эргономика, отличная механика. Прекрасная сталь, шикарнейшее решение. То есть вот вам, если не икона EDC, то очень-очень зачетный EDC-шник, который своих полсотни евро 100% стоит, можно даже не спорить. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся!